Добрый вечер, дорогие друзья. Проходите, проходите, только вас ждали, место есть еще пока. Нам очень приятно, что вы пришли сегодня. Рабочий день, четверг. Ну, почти, мы каждый четверг собираемся в 0.30, почти таким же коллективом. Там дышать нечем, здесь полегче, здесь хорошо. Вот, я хочу поздравить всех нас, всех вас. 47 лет назад, весной, 12 апреля, в общем, с 30 марта по 12 апреля начался летоисчисление клуба авторской песни «Урал». Можем похвалить. 47 лет – это все-таки большая дата для клуба. За это время сменилось много всяких разных председателей клуба, и все они внесли большой вклад в развитие авторской песни. Благодаря этим людям мы сегодня собираемся и сегодня поем. Им тоже похлопаем. Спасибо. Каждый день рождения мы отмечаем на сцене, стараемся, чтобы члены клуба выступали на сцене, на микрофоне, пообщались со зрителем, поняли, что это такое, потому что это дело непростое – выступать на сцене, стоять перед зрителем и отвечать за свое творчество. Поэтому я хочу, чтобы каждого участвующего сегодня в концерте вы очень тепло принимали. Спасибо. Ну, а раз день рождения в клубе, сегодня нас пришла поздравить Наталья Черкунова, член Российского союза писателей и руководитель литературного Лермонтовского клуба города Екатеринбурга. Она скажет пару приятных слов членам клуба, председателю клуба и зрителям, конечно. Наталья, прошу. Друзья, я рада приветствовать вас в этом прекрасном зале с этой знаменательной датой 47 лет. На моем месте должна была стоять Светлана Александровна Надь, член Союза писателей России, руководитель поэтического марафона, бессменный председатель различных конкурсов и фестивалей. Но вот, к сожалению, она не смогла сегодня присутствовать и поручила это сделать мне. Она лично и команда поэтического марафона, а от себя я добавлю еще такие клубы города Екатеринбурга, как Пушкинский клуб, Лермонтовские вечера, Голоса друзей, тоже сердечно присоединяются к этим поздравлениям, потому что вот на площадках этих клубов мы часто видим и слышим членов из вашего клуба. Вы знаете, им аплодируем. Наши поэты пишут стихи, и композиторы вот, вашего клуба, они прекрасно их кладут на песни, на мелодии, и получаются прекрасные песни, где они тоже звучат на разных площадках города. Поэтому хочется пожелать вашему клубу процветания, творческого вдохновения, огненного пылания, чтобы сердца ваши пылали. Пылайте сердцами, творите любовью. И Светлана Александровна Надь в дар клубу прекрасные посвящения написала. И я вот вам их зачитаю. Ода бардовскому единству «Урал». Тук-тук. Да-да, сейчас открою. Входите, здравствуйте. Я рада видеть вас зимою, летом, осенью, весною, и радости своей от вас не скрою. О, вы с гитарой, как прекрасен миг, как близок мне гитарой голос нежный. Однажды он меня, как тать, настиг средь суеты, как фатум неизбежный, и захватил, увлек в страну иную, где дивная мелодия движения. И поняла я, что душой рискую рабыней стать,
где правит наслаждение. Я не одна. О, сколько здесь творцов! Звук держит мир касанием струны. Многоголосие, перелив во взвон, в них всполох солнца, колыбель луны и трепет листьев, и накат волны, увещевание древних мудрецов, и каждым вздохом музыки верны поэтов, единения и певцов. Пусть Богом будет всяк благословен и воспоет торжественность весне. Так жизнь трепещет на тугой струне, и небо поднимается во мне. Вы когда-нибудь слышали музыку ветра? Нет, не ту, что рождают бураны метель, заполняя пространство до крайнего метра, а воздушную, легкую, словно капель, где по струнам она нежно струями вьется, то спадая по грифу, то взлетая наверх, то страдает душой, то задорно смеется, то взрывает пространство, чтобы свет не померк. Помнит каждый аккорд и антанда, и преста, по касанию пальцев и дыханию Творца, помнит каждая нота, наделенное место до последнего вздоха и звучания конца. Тело с телом живет организмом единым, и биение сердца — четкий ритм струны. Так трепещет душа ожиданием незримым, как взрывное стаккато колебанием волны. И взлетая, слова разрывают легато, и мелодия в песне родней и светлей. А талант, охраняющий музыку свято, носит имя большое, верный стражник Сергей! Я приглашаю на эту сцену Виктора Каширина. Сейчас мы начнем концертную программу. Виктор Каширин! Советский Союз! Я хочу сказать, пока Виктора ищут... что клуб возрождается, уже понятно, почему у нас появился гимн в прошлом году. Ника Кончевцова написала замечательные стихи, и мы решили сделать гимн. И сейчас мы его споем, а члены клуба подпевайте прямо с места. Не стесняйтесь. А зрители будут слушать вас и тоже подпевать. Называется песня «Еще споем». Начинаем. У бардов круглый год, прекрасная пора для дружеских костров, пиров, объятий. И ночь напролет поет наш клуб «Урал», хватило бы нам дров. А песен хватит, и ночи напролет поет наш клуб «Урал», хватило бы нам дров, а песен хватит. Мы будем там и тут встречаться и творить, и не копить добро, а только тратить. И чтобы высоту на брате сохранить, хватило бы ветров, а песен хватит. И чтобы высоту громче на брате сохранить, хватило бы ветров, а песен хватит. Молодцы, а то я думаю, что на бит разучились. Вино святых минут, стихов насущных,
лишь секрет, с друзьями разделив разлукой платье. На наш нелегкий путь, на наш короткий век хватило бы любви, а песен хватит. На наш нелегкий путь, на наш короткий век хватило бы любви, а песен хватит. Опять за далью даль мы едем и идем, того, кто одинок, пути похватит. Зовет нас фестиваль, и мы еще споем, хватило бы дорог, а песен хватит. Зовет нас фестиваль, и мы еще споем, хватило бы дорог, а песен хватит. Нам песен хватит. Еще споем, правильно? Спасибо. Ну, и я хочу спеть еще одну песню. Вечер действительно добрый. Добрый вечер, друзья. Правда, ну,
можем спеть песню на стихи Ники Кричевцовой «Ода гитаре», с которой мы выступили на Знаменке в прошлом году и стали лауреатами. Единственное, я сейчас немножко волнуюсь, потому что я замерзла и не распелась, но я постараюсь. Певец Николай Доль, вот. Он написал ее давно, начале 2000-х. Я в 2000 году на весне УПИ с ней стала дипломантом, мы вот решили ее вспомнить, потому что она о весне. Мы просто будем петь вдвоем. А? Да, да, мы волнуемся, потому что как бы песня сложная. Через бархатной листвы споют нам нежно
сорняка. И снова мечты подарит тебе весна. И пусть бегут, бегут года, оставив прошлому лишь сны. Мы стали старше, не беда, еще не сбылись все мечты. Они осеннюю порой под шелест бархатной листвы споют нам нежно, не грусти. Вернемся мы к тебе с весной. Не грусти, постой. Вернемся мы к тебе с весной. Это была Дарья Бородина. А на ее место мы позовем сейчас Антонию Семенову, а Виктор Коширин останется. Реквизит. Неожиданно даже для меня. Она всегда у нас удивительная женщина такая. Все делает в последний момент и ставит нас в неудобное положение. Практически. Я тебе поднесу потом гитару. Иди. Ну, вы поняли.
да, что песня была шуточная, ничего личного, все совпадения случайны. Она была написана прямо на фестивале «Барды на Белоярке», прямо во время фестиваля. Вот. Никого конкретно не имели в виду, просто Виктор идеально подходит на роль молчуна гитариста. Это тот самый случай, когда человек просто играет самого себя. То есть ему все, что от него требовалось, это быть самим собой. Вот сейчас убедись. Так. Небольшое преображение. Может, все-таки стих, да? Ладно, ладно, ладно. Ну да, я жду Виктора. Ура! Следующая песня уже она такая романтическая, по школьным воспоминаниям. Да, и песни, ну, мои авторские. Называется «На полях». Просим остаться, он вам поиграет инструментальную композицию. Давно не играл эту вещь, что-то сегодня ее вспомнил, захотелось именно ее сегодня показать. Называется «Нордическая». Лучше я сыграю сидя, так лучше получится.
Мы в нашем клубе не только поем, мы еще и учимся, у нас есть вокальная студия. И сейчас я вот приглашаю на сцену Ольгу Суковнина, которая сейчас покажет, чему мы ее научили. Она говорит, она поет уже как оперная певица. Надеемся, что она сейчас вам даст что-то. Учила на память, просто я думаю, что я могу о страхе все забыть. Сейчас я спою не как оперная певица, потому что в бардовской... Лучше! Потому что в бардовской песне оперный голос не идет, а идет обыкновенный. Я хочу спеть песню «Баллада Инессы». Если получится, конечно. В холодном замке у окна сижу я с давних пор, когда в далекие края уехал мой сеньор, который день, который год, его должна я ждать. Мечом богатство и почет он будет добывать. Не говорил мне нежных слов, глаза мне не смотрел, и песен звучных про любовь он для меня не пел. Для громких подвигов своих оставил он меня, средь мыслей мрачных стен пустых я грею всю огня. Себе он выбрал славный путь, мой доблестный герой. Назад не может повернуть, чтобы побыть со мной. Средь неприступных рубежей к лишениям он готов, в кругу испытанных друзей и воинских трудов. Дорога спутница его ведет вперед маня, отдал он ей себя всего и верности храня. С утра за лес смотрю я вдаль и думаю о нем, и лишь о том моя печаль, ко мне вернется ль он. Моя померка красота случится в старость вере, и одиночество всегда со мной, как тень теперь. Всегда гуляю я одна среди полей и гор, давно в далекие края уехал мой сеньор. Ольга Суковнина, молодец! Мы не только учимся, да, петь, мы еще едем по фестивалям, поэтому я сейчас приглашаю Михаила Федорова, он у нас практически все фестивали посещает. Он лауреат Грушинского фестиваля, кстати. Здравствуйте, дорогие друзья! Насчет лауреата Грушинского, конечно, небольшое привлечение, потому что лауреат конкурса, который проходил в рамках Грушинского фестиваля. Сейчас на улице весна, поэтому осенняя песня. Называется «Осенняя дорога». Темно на земле,
и сыра. Сережа, это моя гитара. Она опять не включается. Включили, вот. Вы хотите заставить? Темно на земле и сыро. Что ж странного, дождь и ночь. Машинам приходится шиной по лужам воду толочь. А там, где сомкнулась тучи, упала звезда, может быть. Но может быть тучи и к лучшему. Ну что у звезды попросить? Высокое слово, дорога, но все-таки, как ни остри, веряя себя воле Бога, доедешь часа за три. В динамике голос послушай, пройди в головной вагон. Быть может, есть девушка лучше, а может быть, только послон. Вселенная ждет в напряжении, слышна ее рельсов дрожь. Вот-вот остановишь мгновение, вот-вот ожидание прервешь. Но там, где фонарная строчка свой завершает ход, четыре светящихся точки автобус сейчас дойдет. Но там, где фонарная строчка свой завершает ход, четыре светящихся точки автобус сейчас подойдет. Это была авторская песня. А теперь Николай Старченков. «Возвращаюсь». Возвращаюсь, возвращаюсь, не могу к вам не вернуться. Не прощаюсь, не прощаюсь, уезжая я всякий раз. Улыбаюсь, улыбаюсь, не могу не улыбнуться. Я так рад, что возвращаюсь и опять пою для вас. Улыбаюсь, улыбаюсь, не могу не улыбнуться. Я так рад, что возвращаюсь и опять пою для вас. Этот город, этот город, этот город навсегда со мною связан. До чего же он мне дорог, до чего легко мне тут. Здесь меня не тронет ворог, этот факт уже доказан. Здесь не кружит черный ворон, и друзья мои живут. Здесь меня не тронет ворог, этот факт уже доказан. Здесь не кружит черный ворон, и друзья мои живут. Я быстрее ветра мчался от бездумья преисподней, где как маятник качался до безумия любя. Я б со всеми повидался, кто отыщется сегодня. Я по горло наскучался без родных своих ребят. Я б со всеми повидался, кто отыщется сегодня. Я по горло наскучался без родных своих ребят. Возвращаюсь, возвращаюсь, не могу к вам не вернуться. Не прощаюсь, не прощаюсь, уезжая всякий раз. Улыбаюсь, улыбаюсь, не могу не улыбнуться. Я так рад, что возвращаюсь и опять пою для вас.
Улыбаюсь, улыбаюсь, не могу не улыбнуться. Я так рад, что возвращаюсь и опять пою для вас. Это был Евгений Родионов. Спасибо, Миша, за пастырь. А сейчас я хочу пригласить на сцену Наталью Григорьевну Кузнецову. Этот человек – душа любой компании. Вот сегодня вы уже видели, да, бывают какие-то неприятные вещи с аппаратурой, не работает. У нас на фестивале такое уже случилось. Наталья Григорьевна вышла и 40 минут пела вместе с залом. Так что она сегодня вам что-нибудь споет такое, может быть, и вас порадует, и вы попоете. Наталья Кузнецова. Ну, у меня песня весенняя, в отличие от Михаила. И большей частью для женщин. Я спою стихи Натальи Пауесовой. Стихотворение называется «Аля-улю». Наведу сегодня марафет и гардеробчик малость обновлю. Надену серьги, кольца и браслет, прическу сделаю аля-улю. И маникюр, и модный макияж изменят точно мой автопортрет. Я буду самой стильной из Наташ и на весь день забуду этикет. Я буду самой стильной из Наташ и на весь день забуду этикет. Забуду про запреты от диет, другой зовет сегодня интерес. Ведь все равно не быть как сухоцвет, по барабану мне излишний вес. Я на лицо улыбку нацеплю, пусть светятся весельем глаза. Подругам гости нынче я рулю, везу веселье, смех и чудеса. Подругам гости нынче я рулю, везу веселье, смех и чудеса. Аля-улю, 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 аля-улю. От скромности я точно не умру, мне нравится мой стиль аля-улю. Я веселюсь, я радуюсь добру, я этот обалденный мир люблю. Я веселюсь, я радуюсь добру, я этот обалденный мир люблю. Аля-улю, аля-улю. Вторая песня – это нашего уважаемого Сергея Харумонова, а автор стихов-то «Расскажите мне историю». Всех, вернее, только я сегодня узнала. Игорь Кохановский. Пишем на классиках. Наталья Пауесова, Игорь Кохановский, Наталья Кузнецова. Забыли Наталью. Thank you.
душе нам спокойные тихие дни. Вечно нас манит к себе неизвестное, вечно нас манит дорога чудесная, даль неизведанных тайн и просторов земли. Вечно нас манит к себе неизвестное, вечно нас манит дорога чудесная, даль неизведанных тайн и просторов земли. Вечно в душе мы полны ожидания, вечно теснят нашу душу желания, видеть желаем свершения нашей мечты. Там, где мечта вдруг однажды сбывается, там же для нас новый день начинается, мы никогда не подводим последние черты. Там, где мечта вдруг однажды сбывается, там же для нас новый путь начинается, мы никогда не подводим последние черты. Снова теснят нашу душу желания, снова полные в душе ожидания, видеть желаем свершения нашей мечты. Я хочу позвать на сцену человека, который пишет замечательные стихи. И практически штатный поэт в клубе Ника Кричевцова. Уже несколько песен звучало сегодня на ее стихи. И, видимо, еще будет к вечеру звучать Ника Кричевцова. Стихотворение, которое объясняет, как я попала в эту бардовскую компанию. Я писала стихи, мне поэты говорили, да ну, это какие-то песенные тексты, иди к музыкантам. Музыканты сказали, ты ни петь, ни играть не умеешь, иди ты к бардам. Я пошла к бардам, и оказалось, что это самая та компания, потому что на мои стихи самые разные друзья стали писать песни. Вот. Мне часто важно, говорят известные поэты, твои стихи не дать не взять, для песенок куплеты. Их надо петь, а не читать, тем паче не печатать. Я им не стану возражать и от обиды плакать. Все дело в том, что я с младенчества пишу стихи по-древнегречески. А в Древней Греции поэт, куда бы ни позвали, на пир, на праздник, на концерт, тащил с собой кефару. Под рокот струн и нараспев читал свои творения. Без музыки не стал бы грек гекзаметрами бредить. Вот так и я в своем отечестве пишу стихи по-древнегречески. Зато в компании друзей, где барды и туристы, их наизусть бормочут все и понимают смыслы.
Их под гитару исполнять гораздо и все на свете. Учитесь так стихи писать, маститые поэты. Пишите на любом наречии свои стихи по-древнегречески. Сейчас я спою песню про нашу бардовскую движуху. Автор музыки – мой друг, музыкант Александр Борисович Грамолин. Это тот редкий случай, когда он написал музыку на мои стихи. Обычно он мне спускает музыку. Ника, шнурок. Ага. Шнурок эти. Сейчас, ладно, разберемся, спасибо. Нормально, все. Все, разобрались, ага. Называется «День бардовской песни». Пусть будет дом, и в доме стол, и бесконечный чай. Друзья, и рядом мы с тобой, как будто невзначай. Гитара верная поет, и ветер за стеной. Пусть это будет каждый год и каждый выходной. Пусть будет день и будет путь, и дождик проливной, битком вагон какой-нибудь. И рядом мы с тобой, не спать нельзя тут, не читать, в окно не посмотреть, что делать нам с тобой опять. Конечно, только петь. Пусть будет вечер, лес, покой, палатки, комары, и снова рядом мы с тобой, и греют нас костры. У нас у всех единый тост. Молитва и мечта, да будет так из года в год, да будет так всегда. У нас у всех единый тост. Молитва и мечта, да будет так из года в год, да будет так всегда, да будет так всегда. Вторая песня чисто моя, такая разухабистая, весенняя. Я еще называю ее лирическая, автобиографическая. У нее официальное название «Городские сумасшедшие». А однажды меня искали мои друзья и зашли не в тот подъезд. Спрашивают у жителей, там, вот такая-сякая, вот где живет Ника? Не знаем никакой Ники, вообще имен не знаем. Ну вот она вечно с гитарой бегает. А, это та, которая кота на самокате катает. Городская сумасшедшая наша. Она в первом подъезде. На себя не примеряйте. Но кто знает, можете подпевать. Заселяются скворечники на тополиной вышине. Городские сумасшедшие расцветают по весне, применяют шляпки с перьями и крючком плетут стежки, подметая словно веником наши здравые смешки. Наши правила и принципы им не могут помешать. И летает в небе с птицами шизокрылая душа. Пам-пам-пам.
игрушечный, и прекрасней, и добрей. Мы серьезные, успешные, безразличные вполне, городские сумасшедшие улыбаются во сне. А сейчас я хочу позвать на сцену Николая Федосеевского. Это человек, который помогает в клубе осваивать гитару, инструментальные. Он поиграет вам инструментальную и споет на одну песню. Николай, ты где? Николай, на сцену. Ох, прослушал. Задумался о своем. Николай Федосеевский. Кулинарном тех на факультете журналистики. У нас была гусарская компания. Наш креативный, харизматичный друг
поручик Синицын сочинил песню. И мы ее любили горланить всей тусовкой. Вот. В общем, сейчас споем эту песню. Эх, гусары, седлайте коней, сабли наголо, шпоры в боках. Здесь немало нас верных друзей, и победа не так далека. Здесь немало нас верных друзей, и победа не так далека. Презирает нас аристократ, но вояк он глядится высоко. Но для нас даже дьявол не брат, и победа не так далека. Но для нас даже дьявол не брат, и победа не так далека. Да мы рубаки, мы вояки, что с того, что много пьем? Мы за матушку Россию кровь горячую прольем. Мы за матушку Россию кровь горячую прольем. Эх, гусары, за девочек пьем. Девчонка строптива пока, обними ты покрепче ее, и победа не так далека. Обними ты покрепче ее, и победа не так далека. А мы рубаки, мы вояки, что с того, что много пьем? Мы за матушку Россию кровь горячую прольем. Мы за матушку Россию. Николай Феоктистовский, но он не только играет и поет, и помогает, он помогает еще выступать нашим девушкам, которые не владеют инструментом. Я приглашаю на эту сцену Наталью Соболеву. Наташа. Она уже зацвела. Вот прям тут в зале мне вот этот маленький цветочек подарили. Живой. То есть весна уже вовсю с нами. Вот. И значит, скоро случится то, что я вам сейчас прочитаю и о чем пропою. Ночью прошла гроза. Мир, как младенец, чист. Солнцем глаза в глаза тянется к жизни лист. Нежный зеленый свет, юной весны звонок. Маленький ты боец, сердцу запеть помог. Знаешь, я тоже дрожу, прямо как ты на ветру. Солнцу в глаза смотрю, вместе с тобой звеню. Как мы похожи с тобой, хоть и в одном, мой друг. Да, мы похожи с тобой, я, как и ты, жизнелюб. Теперь весенняя песня. Николай поможет мне. Главное не волноваться. Все стало вокруг голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода, и жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда, никуда. Любовь от себя никого не отпустит. Над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает
хотелось бы мне отменить расставание, но без расставания ведь не было б встреч, ах, ведь не было б встреч никогда. Любовь от себя никого не отпусти, над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви. Наталья Федорова, Николай Федосиневский, спасибо вам, ребята, молодцы. А сейчас мы приглашаем самую молодую, красивую, креативную Евгения Байдалина. Слав Чебыкин, «Лунная песня». Чертит ночь от звезды до звезды лунный поезд. Довезите меня до луны, мистер поезд. Паровоз прогонит выше тишине вздох усталый. Я бы рад, только станции нет на Луне, только станции нет на Луне. Нет вокзала, словно поезд из дальней страны, время мчится. Донесите меня до Луны, миссис Птица. Птичий припев звучит в вышине, полон грусти. Я бы рада на серое небо луны, на серое небо луны. Птиц не пустит лунный свет от волны до волны, ветер слабый. Довезите меня до луны, сэр корабль. Ветер солнечный станет крылом в море звездном. Я бы рад, но пока мы рад, но пока мы туда доплывем, но пока мы туда доплывем, будет поздно. Может, все это лучше забыть без оглядки. До луны не дойти, не доплыть, ну и ладно. Жизнь идет от весны до весны, ночь крылата, и назад для того, кто свалился с луны, для того, кто свалился с луны. Нет возврата, и назад для того, кто свалился с луны, для того, кто свалился с луны. Нет возврата. Песня, которую я часто пою в клубе, но почему-то ни разу с ней не выходила на сцену, это Олег Медведев, «Корабельный кот». Через тысячу какой-то лохматый год, протоптав тропинку в судьбе, полосатый, как тигр, корабельный кот научился сниться тебе. И ползли по норам ночные крысы твоих невзгод, когда лунный свет выходил. Корабельный кот.
покой. И блестела соль на его усах, искрился мех под рукой. И небесный вагон разгружал восход и уходил пустым. Начинался день, улыбался кот и таял как дым. И казалось, вот он в толпе идет, и на нем в полоску пальто. И о том, что корабельный кот здесь никто не знает, никто не видает лагун в голубых вертикалях его зрачков. Потому-то кот и молчит, что ночь в мире расклад таков. Если ты крутой, то полный вперед, вот и флаг, и справку, печать. Но если ты корабельный кот, то об этом лучше молчать. Это твой меч, это твой щит и твоя стезя. Потому-то кот и молчит, что об этом всуе нельзя. А пока над форпостом гузят ветра, вырывают баклю из стен. -45 на дворе с утра, флюгерок замерз на шесте. Но кот возвращается на корабль, пролет открыт сохранять, что когда настанет пора, приснится опять. Но кот возвращается на корабль, пролет открыт сохранять, что когда настанет пора, приснится опять. Евгения Байдарина. Вы заметили, какая у меня гитара, да, инструмент? Раритетище лет 50-х, наверное, если не 65-го года, 60 лет, 59. А сейчас на сцену приглашается Светлана Затеева. Всегда в офисе, в клубе есть человек, на которого можно положиться как на самого себя. Вот такой человек у нас Света Затеева. Это наша хозяйка. Благодаря ей у нас порядок всегда. И я знаю, на нее можно положиться. Светлана Затеева. Как эпиграф. У меня радикулит, у меня душа болит. Два привета в двух висках, два мозоля в двух носках. В сердце гвоздь, в ушах бананы, папиросочка во рту. Я, наверное, сдохну рано через эту красоту. Так, первая песня Вера Матвеева «Креветка». Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Я знаю камни, у которых по ночам много рыбы. Мы на старую удочку твою фонарь подвесим и большую рыбу будем у камней острогой бить. Мы подождем, пока начнется отлив, поплывем в далекий пролив, в проливе мы встанем у подводных камней, зажжем фонарь, будем рыб ловить. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Ведь ты, я обещаю в лодочке сидеть тихо очень. Я буду помогать тебе грести, если нужно. И, быть может, наконец мне повезет этой ночью.
И я увижу большую креветку под водой. Она как древняя галера, нам встретится в пути. Все 10 ее ног будут весело грести. Пожалуйста, возьми меня с собой. Пожалуйста, возьми меня с собой ночью в море. Ведь ты же обещал мне показать свое море. Но только сам об этом спроси и сам вспомни. Я не хочу упрашивать тебя с тобою спорить. А завтра я уезжаю в далекие края. Там моря нет, там только два маленьких ручья. Креветка под водой будет весело грести. Но больше моря не увижу я. Но неужели и сегодня не возьмешь? Но неужели ты все на свете позабыл и снов моих большую креветку украдешь? А раньше ты ведь очень добрым был. Так, а вторая песня Вероники Дулиной. Песня «Снежный побег». Была я баба нежная, а стала баба снежная. Стою ничьей женой под горкой ледяной. Была я баба нежная, а стала баба снежная. Вот и вся любовь, вот и нос, морковь, и колпак из ведра, и метла у бедра. Была я баба нежная, а стала баба снежная. А глаза мои страшны, а глаза мои смешны, а глаза мои из угля отчерны, видать, грешны. Была я баба нежная, а стала баба снежная. И стою, смеюсь, зареветь боюсь, потому что я считаю, зарю сейчас растаю. Светлана Закирева. Спасибо, Светка. На сцену приглашается еще одна Светлана. Светлана Щеглова, Рима Симонова. Горелом на болоте. Ну как, если совсем песню уже объявить кулик и синица, мы вот тут обозначили. Так, как пить? А, тут я не буду пить. Весна-то, видите, она всех как бы задела. Я думаю, так у нас песня тоже про весну, потому что про птичек. Я кулик нагорелом, ой, нагорелом на болоте за лужками, на весенней, на зонке, на вечерней. Говорил кулик синичке, мало невеличке, ты синица, красна девица, ума палата, живешь богато, а я кулик, только нос велик, ума немного, живу у Бога. На меня, на долгоносого и
глядят, отвечала, отвечала Кулику молодая синица. Надоели, надоели мне подружки-тараторки. Мы синицы, все броницы, мастерицы. Мы синицы, все девицы, незамужние. Ты, Кулик, невелик мужик, зато ладненький, зато складненький. А что нос велик, невеликий грех. Длинноносые, долговечней всех. На таких, на долгоносых только дуры не глядят. Ты возьми меня, ты возьми меня, Кулик, себе в хозяйки. Буду я тебе законной куличихой, а кормить тебя я стану куличами. Караваем, да растягаем, да пирогом, да с брусничкою, червяками, да слизняками, да паучком с гусеничкою. А на праздник долгоносенького мушкой угощу. Ты, Кулик, невелик мужик, зато ладненький, зато складненький. А что нос велик, невеликий грех. Долгоносые, долговечнее всех. На таких, на долгоносых только дуры не глядят. Мы это, конфетки синички. Арина Симонова. Ну, песня Олега Митяева. Наверное, всем знакомо состояние, когда мы кого-то ждем, там что-то на ум приходит. Приходит к нам умение, прозрение
сном. Приходит к нам прозрение, желание прощать и непростым умением любить и ждать. Людям смахнуть стрекозы перламутровы, попадем когда-нибудь прямо в утро мы, где туманы так легки, что не мнут травы, словно снег. И в постельной тишине, в чуткой гулкости, будут снова в голове только глупости, что простительны вполне только в юности и во сне, что простительны вполне. Искупаем волосы. Наш клуб входит прямо династиями. Вы уже одну семейную династию видели. Это была Светлана Затеева и Евгения Байдальна. А сейчас я приглашаю маму и сына, Ларису Ивановну Суслову и Евгения Суслова. Мы их очень любим. Осторожно. Соберемся на часик другой под приветливым бардовским сводом. Ощутишь ты полет душой с поэтическим мудрым народом. И затянутся звуки струны, расплываясь по чувственным душам, в них и отзвуки старины со стихом современности слышим. Всех нас тянет сюда не зря расплескать свои чувства и мысли, для кого угасает заря, для кого полыхнет светом чистым. Так живи, собирай, кухня бардов друзей, еще многие-многие лета, и, товарищ мой, время для нас не жалеет. Играй при этом, и, товарищ мой, время для нас не жалей. Много пой и играй при этом. Посылали отрабатывать в колхоз. Если ты работаешь на заводе, то, значит, посылают. Подшифтные колхозы были. И вот я там стих написала о нашей встрече. Отрывок из дневника. Совхоз Тугулым. Июль 1962 год. Была там улица в грязи и лужах. Не оказалось у меня обувки нужной, чтобы с ватагой в клуб пойти. Предложил кто-то сапоги свои. Хозяин тех сапог на танец приглашает, но танцевать в размере 42 не соглашаюсь. Он пригласил тогда другую.
а я стою у стенки, не танцую. Но рядом ты стоял, меня же пригласил. Мою проблему мигом разрешил. Ты предложил нам сапогами поменяться. Мы стали переобуваться. Вот номер 39 я обула, а ты, конечно, номер 42. И в танец легонько скользнула я. Звучали танго и фокстрот, и в вальсе удавался поворот. А в танце мы с тобой молчали, лишь сапоги между собой стучали. Они до нас друг с другом говорили, без нашего согласия сдружились. Нам до конца в тот вечер танцевалось, послушною я в танце оказалась. И, как признался ты позднее, почувствовал, что не найдешь роднее. Ты провожал меня из клуба, все возвращались через лужи. Мы не держались, как вдруг я поскользнулась и с треском в лужу покунулась, но вовремя ты протянул мне пальчик, а подхватить меня ты оказался робкий мальчик. Как за соломинку, за палец ухватилась и плавно в лужу погрузилась. Все возвращались по избам постоялым, я во дворе своем немного постояла и к бочке полную воды умыться подошла. И юбку, сапоги я отмывала, а в вышине луна сияла. Знать завтра ведра. Ларисе Ивановне Солнцевой. Спасибо, Ларисе Ивановне. Евгений Суслов. Сегодня решил вспомнить очень старую песню, которой 30 лет, в этом году, юбилей. Я ее почти никогда не пел, потому что она сложная для меня оказалась. Придумала она сложная. Ну, попробую рискнуть, почему бы нет. Называется «Праздничный замок». Перелистаю страницы старой книги судьбы. Вновь перелетные птицы в гнезда вернулись свои. Ветром иным дышали столько далеких лет. Как же теперь я узнаю, ты это или нет? Но не погасла звезда. Я строю твой замок из букетов душистых роз. Вот и снова я песню слагаю счастливых слез. Если захочешь, войдешь. Если захочешь, уйдешь. Он открыт, этот праздничный замок, там, где больше не слышно слов. Он стоит, и не каждый его замечает в ореоле прозрачных снов. Это я все, что умею, тайное волшебство. Это такое дело, каждому свое. Книгу судьбы закрываю, много в ней новых страниц. Над праздничным замком в небо взлетают стаи счастливых птиц. Если захочешь, войдешь. Если захочешь, уйдешь. Он открыт, этот праздничный замок, может, путь твой к нему ведет.
И тогда на огонь мою птица слетает и счастливо поет. Может, замок кому приснится, может, путь твой к нему ведет. И тогда на ладонь моя птица садится и счастливо поет. Участвовал в фестивале «Рок-акустика», но он очень всеядный, он поет и романсы, и другие песни какие-то. Вот сейчас он покажет нам все. Сергей Беляков. Выход из коллапса, выход из коллапса, выход из коллапса, выход.
выход из коллапса, выход из коллапса. Перед взлетом все равны, Цезарь, Вор и Плакса. Неизвестный, словно смерть, выход из коллапса. Выход из коллапса, 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 выход из коллапса. Жизнь промчится, словно миг, не горюй, расслабься. Я кричу, но этот крик — выход из коллапса. Выход из коллапса, 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 выход из коллапса. Сергей Бельков показал вам выход из коллапса. Не заходите туда лучше. А я приглашаю на эту сцену человека, который научился играть в клубе. И не судите ее строго, Людмила Минаева. Искупаем ее в овациях, пусть ей будет легко на сцене. Крыло мне помашет.
здравствуйте, Юрк, состоялся. Это первое выступление на сцене. Ничего, что гитара настроена, как говорят у нас. Барды первую половину жизни учатся настраивать гитару, а потом играют на расстроенные. Так что ничего страшного. Людочка, почитай нам. Я хочу прочитать стихотворение. Поздравляю нас всех с праздником, с днем рождения. Бумажный самолет. Из листа бумаги, сделав самолет, отправляю счастье я свое в полет. Вестник мой бумажный, мира, красоты, ты на крыльях можешь песню принести. Я наполню строки песенки своей ароматом летних луговых полей, ярким светом солнца, небом голубым, шелестом березы под окном моим. Принесет на крыльях песню самолет, непременно радость, счастье принесет. Залетит в окно, открытое тобой, самолетик мой, наполненный мечтой. Будем петь мы вместе песенку мою про природу, солнце, про любовь свою. И счастливым станет каждый день и час. Те, кто любят песню, счастливы сейчас. Людмила Николаевна. А на сцену приглашается Рифат Зайдуллин. Алексей Иващенко, Георгий Васильев, о том, как мы строили навес на даче Евгения Ивановича. На кочках цветочки за кочками лес, на дальний глухой полустаночек, наладив пилу до рубаночек, с утра мы приехали строить навес на дачу к Евгению Ивановичу. А дача-то дача и нет у него. Купил он участок заброшенный, доплелся с посильной ношей. И вот посреди барахла своего стоит он в тельняшечке ноши. Ах, Евгений Иванович, полосочку, а в дашке мирская борода. Держит левой он детскую сосочку, держит правой орудие труда. Евгений Иванович, морская душа, и дочка его, Маришанечка, душою морской в папанечку, расписывать всем, как она хороша, часами он может за чайничком, но нам не до чаю, мы рвемся, мы рвемся скорей, закончить навес перемычками, а то ведь беда с электричкой, ведь спать как хозяин без стен и дверей. На голой земле без привычки залезает он спальничек спаренный, каждый вечер себе говоря: ничего, перетерпим, не парим, мол, будем греться пока изнутря. Корежит и гнет его радикули прохладной майской ночкой, но строит и строит он прочек, а дачи все нет, а мотор барахлит, плевать и себе, а дочек. Я знаю, дача будет, и я знаю, соцвесть, способны наши люди не спать, не пить, не есть, таскать кирпич под мышкой, репутаться в долгах,
что в свинь гнездо детишка у черта на рога. Долбая по пальцам, торопимся мы хозяйство Евгения Ивановича навесом укрыть, ибо мало чего, чтоб больше Евгения Ивановича не оборачивать пленкою на ночь. Вот. И самое главное, хотел сегодня исполнить свою песню, а рискнуть. Название такое пока назвал ее «Дорога жизни для любви». Зима вернулась тогда, когда привыкли все к теплу. Берет в осаду города, мятежно принявших весну. Бредут молоконники весны, покола лёду без надежд. И сыпет свет, жиная, увы, на климатических невежд. Бредут блокадники весны по гололёду без надежд. И сыпет свет, жиная, увы, на климатических невежд. Костями снег стучит в окно, безумствует блокада. А я гадаю всю войну, на чьих ты баррикадах, что ты под знаменем весны. Вне всякого сомнения, боюсь весну, увидим мы с двух разных точек зрения, что ты под знаменем весны. Вне всякого сомнения, боюсь весну, увидим мы с двух разных точек зрения. Зима вернулась вдруг тогда, когда привыкли все к теплу. Берет в осаду города, мятежно принявших весну. Но восстаю против судьбы, где уготовал мне свой куш. Дорогу жизни для любви я провожу среди мертвых луж. Но восстаю против судьбы, где уготовал мне свой куш. Дорогу жизни для любви, дорогу жизни для любви, дорогу жизни для любви я провожу, я провожу, я проторчу среди мертвых луж. А на сцену приглашаю старожилов клуба Леонид Лежнин. Обещал черного передо мной. Ты чё их так разыграл, Криван? Я куда погнал ворот? Это рифат. Они пошли в туалет. Уважаемые собрания, хочу предложить вашему вниманию две песенки. Одна родная и одна приемная. Когда принял, не помню никогда, нигде. Вот, что-то у меня было всплыть в памяти, она всплыла. Вот, песенки достаточно бредовые, это в минус. Но короткие, это в плюс. Душе без витаминов стало кисло, и радость жухлым листиком повисла. Над зыбкой ямой близкой пустоты, и мне осталось тонкой ниткой смысла расшить. Thank you.
пускай неловко и не быстро, то серое, где оказались мы, то серое, где оказались мы. Шитье мое не скука, а потеха, узор простой, не без огрехов. Надеюсь, он для нас неистребим. Но если смысл порвется искрой смеха, такой вот я веселый неумеха. Давай наш смех как витамин употребим. Давай наш смех как витамин употребим. Портрет лирического героя изнутри. А сейчас будет портрет лирического героя снаружи. Он был из тех, кто старый молод, и даже сам не знал, в кого такой. Любил он петь, умел считать до ста, и знал, как важно для людей покой. Он видел много на своем веку, но это было все не то, не сё. Одной рукой он подпирал щеку, другой рукой давно махнул на все. Одной рукой он подпирал щеку, другой рукой давно махнул на все. Немного знал, но делал вид, что знает все, и даже про любовь. А по ночам один писал стихи, рифмуя слово смерть со словом кровь. Весна сожгла все за строкой строку, и снова был он весел и не весел. Одной рукой он подпирал щеку, другой рукой давно махнул на все. Одной рукой он подпирал щеку, другой рукой давно махнул на все. А на сцену приглашается Оксана Якутова. Кстати говоря, в прошлом она была председатель клуба, такая красивая, что-то бросила на меня все это дело, сама отдыхает. Бросила не на тебя. Там еще было много. Да, на тебя там еще были люди, бросили на тебя. Бросила, потому что ушла в декрет. Что еще ожидать от девушки 28 лет? Вас многого ожидать! Подаете большие надежды. Готовила я для вас сегодня сюрприз, но сюрприз придется перенести как-нибудь на другой раз. Я должна была выступать не одна, и не со своими песнями, как обычно, а как исполнитель. Но вот поскольку обстоятельства жизненные не всегда складываются так, как нам хочется, я спою вам свои старые песни, которым уже вот исполняется 20 лет. Ну и, собственно, это было, наверное, вот то творчество, которое у меня появилось, когда я попала в клуб. Но как бы писать я начала чуть-чуть до того, как я попала в клуб. А это вот уже песни, которые были созданы на фоне общения в клубе. Первую песню вы достаточно хорошо знаете, я ее пою часто. А вторую, немножко поменьше, но тоже пою. Ничего нового сегодня не будет. За стеклом
капель забег, мокрая ложь. Мир делим весь напополам, часть мира здесь, прочие там. Пара
остаться навсегда в этой маленькой старушке под большой железной крышей, над которой шумели и гудели провода. В этой маленькой старушке под большой железной крышей, над которой шумели и гудели провода. Да, всем привет!
метры. И на сцену я приглашаю своего друга Михаила Грина. А я, в свою очередь, приглашаю на сцену своего друга Сергея Парамонова. Пусть он тут постоит со мной рядом. Потому что у меня есть одно небольшое заявление. Нашему клубу через 3 года будет... 50! А нам с Сережей на 20 лет больше. 70. Да? На 20? А, вот. И в связи с этим заявлением обязуемся дожить. Если что, то я буду вам перехватить. Спасибо. Недавно мы с Сергеем и примкнувшими к нам замечательными девушками были в Тюмени на фестивале «Большой бардовский» в Тюмени. Вот мне там удалось стать лауреатом, но лауреатом я стал с очень старым стихотворением. И я вдруг понял, что очень давно не радовал вас чем-то новеньким. Ну, практически, вот, очень редко в последнее время пишу. И мне стало стыдно, и перед фестивалем «Юморина», на который мы с Сергеем были тоже с примкнувшими к нам замечательными девушками, я написал 14 стихотворений за 2 недели, вот сейчас я их все и прочитаю. Ну, не совсем так. Значит, ну, первое стихотворение, они такие все у меня немножко вот раз получились забавные, странные. И стихотворение такое. Из темноты я выпал как-то вдруг. Сижу на чем-то белом, гладком, странном. Не-не-не-не. И стены белоснежные вокруг. Похоже, что внутри огромной ванны. Не знаю, кто я, как попал сюда. К тому же голый, помогите, люди. Одо мной лицо. Вот это да. Там нос один с меня размером будет. А впрочем, симпатичное лицо. Девчонка молодая, молодая. Прикрыв ладошкой, как сумел, часть тела, кричу из ванны: «Чьих ты будешь, зая?» А зайка со слезами на глазах, щеками от стыда, видать, аллея, мне отвечает, мол, увы и ах, я тут учусь, я будущая фея. Слышь, фея, объясни, с какой нужды я в ванне и одежды дуля с маком. Ой, без одежды это полбеды. Беда, что должен быть ты дошираком. Итак, кто мне скажет, что такое уральская жуть? Это мюзикл. Мюзикл, еще что? Цикл стихотворений. Да, это цикл стихотворений. А теперь еще и название вновь родившегося ансамбля в составе Наташи Васильевой, Оли Рагулиной, Сергея Парамонова, вашего покорного слуги и примкнувших к нам пермяков Сергея Подборного и Оли Пономаревой. Уральский десант на фестивале «Юморина» в Москве нас объявили именно таким образом. А сейчас мы даже не знаем, что сказать. Короче, уральская жуть. Вот, значит, ну, уральская жуть я тоже давно не писал, вот разродился. Жуть морская, ну, уральская, конечно, морская, все нормально. Воскресный день, лежу на пляже, плюю в прибой, смотрю в закат. Девчонка спину кремом мажет, отклячив загорелый зад. Зачем, не очень-то понятно, крем под вечернюю зарю. Но, впрочем, посмотреть приятно, и я тихонечко смотрю. Мамаши чат уводят с пляжа, служитель складывает зонт. Еще чуть-чуть, и солнце ляжет за воспаленный горизонт. Мне так уютно и спокойно. Со льдом ведерко под рукой, и в нем колышется достойно 10 банок левенброй. И вдруг на линии прибоя, беззвучно, как в кошмарном сне, всплывает чудище морское и прямиком ползет ко мне. Пускай не танк, пускай поменее, но покрупнее иных зверюк. И ясно, пусть ты и не гений, что вот и все, пришел каюк. Членистоногий, многоклешный, наверное, лобстеру сродни.
Послушай, Боже, пусть я грешный, но ты ж спаси и сохрани. Молюсь, ада вострашила, зависнув молча надо мной, клешнями острыми, как шило, вскрывает банку левенброй. Залил одну, потом вторую, вздохнул, сандалем закусил. Рятуйте, граждане, воруют! Сиплю, едва набравшись сил. А этот с третьей банкой пива уселся рядом на песок, броню жемчужного отлива вдруг расстегнул наискосок, проматерился многосложно, поставил банку с пивом в тень. Братан, представить невозможно, какой сегодня выпал день. Поразвелось на дне уродов, кому не сунешься, болван, жируют у газопроводов, как их выносит океан. А ты крутись за все ответи, такой устроили бардак, ну словно маленькие дети, или личинки, скажем как. Ну, говорю, икая тихо, у нас на суше это тоже, поди и хлебнешь немало лихо, пока чего ты разберешь. А он, да ну, а я-то думал, у вас приличный персонал, администрация и дума. Ох, лучше бы он не начинал. И понеслось, слова глотая, схватив друг друга за грудки, орали мы, как птичья стая, как теплоходные гудки. Потом с остатком левенброя, притормозившись с питьем, сидели рядом оба двое, и каждый плакал о своем. Что на земле и под водою тому уже миллионы лет бороться с этой бедою и силы нет, и мочи нет. Едва-едва пришли к согласию, что каждый третий дикобраз, не знаю, к счастью или к несчастью, но пиво кончилось у нас. И он, броню защелкнув лихо, мне в выражениях простых, велел сидеть у моря тихо и в воды темные бултых. Вернулся с ящиком фанерным, мол, коньячку попробуй вот. А коньяку тому, наверное, готов не менее 300. И я глотнул. И так красиво внутри уставшего меня коньяк старинный лег на пиво фонтаном жидкого огня, растекся по периферии, и отступила боль, и вновь вернулись проза и стихии, и жизнь, и слезы, и любовь. И жали вы друг другу руки, или клешни, как повелось, коньяк, как много в этом звуке для сердца ждущего слилось. Подарок тебе от меня. Из Москвы. А на сцену приглашаю Валерия Гюльфанова. Еще один мэтр. Строит рядом с движением песен. Валера, ты где? Сейчас будет. Ждем. Здравствуйте. Немножко засуетился, извините. Очень символично, что клуб авторской песни «Урал» находится в центре культуры «Урал». Такой своеобразный эпицентр авторской песни в Екатеринбурге, где нас объединяет музыка, поэзия. Первая песня на стихи Михаила Розенштейна «Бренчало редкое фано». Редкое фано. Я очень давно хотел ее спеть. Постоянно ее напеваю, когда езжу в машине. Ну вот представился случай. Хочу показать ее вам. Бренчало редкое фано, растерянно и тихо. Кто спал, кто пялился в окно, кто допивал коньяк. Но пианист поел плечом, и зазвучала скрипка, извергнув утренней росой. Рассвет застыл в дверях. Ах, наша жизнь, в ней все слышно. Привычная музыка, привычная музыка.
Обычно катятся дожди с темных облаков, но где-то поведут плечом и заиграет тихо забытый вечный музыкант на скрипке про любовь. Так что ж, мой друг, поговори на прошлое, не сетуй. Средь бесполезных партитур, разыгранных давно, открой окно, увидь, услышь, над заспанным проспектом опять растерянно звучит разбитое фоно. А ты все смотришь в никуда, ты существуешь там, где дрожит на кухонном столе полночная свеча. И наплевать тебе, что мир в рассвете и прохладе, как музыка молчит и ждет движения плеча. Ах, наша жизнь, мне все слышна привычная музыка. Привычно катятся дожди из темных облаков, но где-то поведут плечо и заиграет тихо забытый вечный музыкант на скрипке про любовь. Где-то пойдут плечом и заиграет тихо забытый вечный музыкант на скрипке про любовь. И следующую песню я просто не могу не спеть, потому что сегодня апрель, сейчас апрель. И эту песню я написал примерно в это же время, когда ехал с фестиваля из города Ирбит в старенькой маршрутке, а потом приехал домой и оформил ее, уже дописал окончательно. Ей уже почти 10 лет. За окнами изменчивый апрель. Я
так люблю нежданно возвращаться к тебе, как в детстве, в плен отцовских рук, с которым вдруг расставаться. Где дворники устало маячат за стеклом туда-сюда, стирая перекрестки и кварталы. И снова жизнь понятная, слог похожая на брызги от продали, летит под звон больших колоколов. На крови и до окраин мой старый дом Екатеринбург. Я так люблю нежданно возвращаться к тебе, как в детстве, в плен отцовских рук, с которым трудно расставаться. К тебе, как в детстве, в плен отцовских рук, с которым трудно расставаться. Коллектив, который дарит всегда радость, всегда, всем и всегда. Мы их очень любим, этих девушек замечательных. Ансамбль «Консонанс». Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады вас все еще видеть в этом зале, самым выносливым и самым заинтересованным. Добрый вечер. Себя любимых. Ooh,
пляшут небеса. Музыка понятна с полуслова. Светлая музыка, светлые глаза. Босса нова дива, босса нова. Вечная гармония, правильный пассаж. Гитарист, басист, высший пилотаж. Шелковые платья, легкий реверанс. Thank you.
автор песни Юлина Левинтон. И последняя песня, которую мы хотим завершить наше выступление и этот концерт, естественно, она посвящена весне. Весна. Владимир Райков. Благодарим вас, наши уважаемые зрители. Одно объявление еще. Друзья мои, с сегодняшнего дня открыто бронирование на фестиваль «Барды на Белоярке». А телефоны все есть уже. Ну, к вечерам сегодня будут в группе. Вот, но в принципе все уже знают, куда звонить. И я должен сразу предупредить. Вот если кто потерял, тут мы уже не виноваты. На путевках в прошлом году было написано: скидка 10% на следующий фестиваль. Вот кто предъявит эту путевку, тот получит эту скидку. Кто не предъявит, извините. И все стали рисовать скидки. Почетный гость фестиваля Раиса Нур. Я думаю, что сегодняшний концерт принес в нашу душу тепла, то камерный был хороший, девчонки порадовали нас все-все, да? Поблагодарим их еще раз. Спасибо вам, дорогие зрители. До свидания, до новых встреч. Немножко затянули. И справимся.